Меня зовут Юля Клюжева, мне 20 лет, я волонтер. Началось все с того, что когда я училась в 7 классе, к нам пришел мальчик и рассказал о том, как и где можно помогать. Я подумала, почему бы и нет, и у меня много свободного времени. Первая моя акция была адресная помощь ветерану. И поняла, что это больше, чем мое хобби, это уже как какой-то смысл жизни. Тут я в Одноклассниках наткнулась на пост о том, что в Владимирской области сгорел дом. И на улице фактически без жилья осталась семья. И на руках у этой семьи трехмесячный малыш. И я решила, размещу-ка я пост в Инстаграме. Возможно, кто-то откликнется и ответит нам. И я решила отправить эту информацию, этот пост, звездам. Первый буквально через 20 или 30 минут ответила Рита Дакота, которая поддержала, репостнула мой пост. И за сутки мы собрали около 30-40 тысяч рублей этой семье. Скажу честно, было мне очень сложно вообще связываться, списываться со звездами. И многие реагировали, просто посылали. С одним удалось наладить контакт, даже дружеский. Это Александр Кокорин. Началось все вообще с Полины Дебровой, когда она родила второго ребенка, и у нее осталось уйма одежды, как она мне рассказывала. Она нам передала 6 больших мешков с одеждой в упаковке для детишек. Тогда я отдала фонд для малоимущих. Я познакомилась с Юлей Паршутой. Этим летом тоже на душевный базар она передавала свои концертные платья, мы их распродавали. И Наталья Пушкина выставляла свою дизайнерскую одежду на добрый пикник у нас. И Ксения Бородина. Эти все вещи звезды передают нам безвозмездно, и все вырученные средства мы направляем на лечение конкретных деток, либо на их реабилитацию. Сейчас у меня есть семьи, которым я там раз в 2 месяца обязательно помогаю, езжу к ним в гости. Аленка, смотри, тут платье. Аленка, ты! Смотри, какое платье! Бери скорее! А это, девчонки, вам к чаю на стол. Давайте разложим, пойдем чайку все вместе, да? Держите. Я в любую минуту могу прийти в эту семью, и я знаю, что меня обогреет теплом, любовью, заботой. И каждый ребенок там безумно мне рад, безумно меня любит, и я для них стала родным человеком. Награды, которыми я горжусь, это президентская награда, которую я получила в мае прошлого года. В ноябре 2015 года я стала лауреатом 3-й степени конкурса «Доброволец». Я просыпаюсь каждый день с мыслью о том, чтобы помочь людям, потому что кто, если не мы? Thank you.